Добрый день. Рад вас приветствовать в этой аудитории на Малом Мехмате. Я рад моей встрече с вами. Меня зовут Сергей Владимирович Дворянинов. Первый фрагмент, первый сюжет можно назвать так. Универсальный шаблон параболы. На экране вы видите рисунок. Я начну с такого вопроса. Скажите, сколько числовых осей на бумаге можно нарисовать с помощью линейки без делений? Итак, сколько числовых прямых можно нарисовать на бумаге, я буду на доске работать, с помощью линейки и циркуля, а линейка без делений? Ну, вот я услышал отсюда правильный ответ. Сколько угодно числовых прямых. Так, это ответ верный. И пояснение очень простое, конечно. С помощью линейки проводим прямую на плоскости. Берем произвольную точку, пусть это точка 0. Да, направление выбираем на числовой прямой. В любом месте ставим еще одну точку и объявляем этот отрезок единичным. Ну, а дальше с помощью циркуля мы можем отметить точку 2, 3, отрицательные числа, минус 1 и так далее. Поскольку мы с вами выбрали отрезок произвольный, то ясное дело, что числовые прямых получается бесконечно определяются выбором единицы длины. Следующий вопрос. У меня есть шаблон круга или шаблон окружности. Сколько различных окружностей, или по-другому, сколько окружностей с разными радиусами я могу нарисовать с помощью этого шаблона? Так, я слышу здесь всего лишь, кто-то говорит одно, а кто-то... Ваш ответ? Одну окружность я могу только нарисовать, фиксированного радиуса, да? Так, окружность. Так, провел центр, допустим, неизвестен. Так, ну смотрите, после того, как эта линия нарисована, я могу объявить, что радиус этой окружности, например, равен 12 каким-то единицам. Это в моей власти. В моей. Точно так же я могу сказать, что радиус этой окружности равен 2. А кто-то скажет, что радиус равен 1. Значит, оказывается, один и тот же шаблон мы можем использовать для изображения окружности любого радиуса. Но при этом получаются разные единицы, конечно. Вот в этом смысле получается бесконечно много окружностей. За единицу можно принять любой отрезок. Вспомним параболу. Начинается с параболы y равняется x квадрат, потом 2x квадрат, и вам говорили на уроках, что 2x квадрат получается из параболы x квадрат растяжением в 2 раза. 4х квадрат растяжением в 4 раза. А вам как кажется? Вот вы как здесь руками выкатаете? А, вот смотрите. А, уже получается, да? А можно сказать, что одна парабола получается из другой вот так вот? Как вам кажется? А? Но это что за движение, что за преобразование плоскости? Вот растяжение с помощью рук я не могу показать вам. И вспомните, сколько раз вам приходилось рисовать эти параболы. У вас не возникало желания иметь шаблон этой параболы? Кто-нибудь заготавливал шаблоны из картона, вырезал, потом их обводил? Да. Вот вы заготавливали шаблон. Ну и скажите, пожалуйста, сколько шаблонов вы готовили? Несколько. Несколько, конечно. Но на все случаи жизни не хватит, потому что коэффициент у квадратичной функции ax квадрат, или, ну, обычно говорят, ax квадрат, вот этот коэффициент a может быть любым. Так вот, оказывается, что можно иметь лишь один шаблон квадратичной параболы, один единственный, и он будет годиться для всех случаев жизни. Вот это удивительный факт.
Сейчас я вам это покажу. Но вы уже подготовлены к этому, поскольку сейчас вы согласились, и кто не возражал, что с помощью одного и того же шаблона, с помощью такого шаблона, или с помощью циркуля одного радиуса, я могу рисовать окружность всего. Дело в том, что в нашей власти выбирать единицу длины. Скажите, никто вот не сталкивался, не читал об этом факте где-то в литературе, что с помощью одного шаблона можно рисовать любую параболу? Нет. В школе. А? В школе. В школе вам говорили? В 9 классе, да. Вам говорили. История такая. Вот в 68 году, нет, кажется, чуть раньше, в 66 году, вышла в свет, была напечатана замечательная книжка. У нее три автора. Название этой книги, брошюра, можно даже сказать, она выходила вначале в мягком переплете. Название этой книги такое. «Функции и графики». Я бы вам советовал написать это название. «Функции и графики». А я на доске напишу автора этой книги. Гельфан Израиль Моисеевич, Глаголева и Шноль. Брошюра называется «Функции и графики». Это очень хорошая книга, скоро будет 50 лет, но кто ее не читал, советую найти и прочитать, она много раз переиздавалась. Третий автор, Шноль, в своих воспоминаниях описывает, как они, тогда два других автора были сравнительно молодыми людьми и работали под руководством Гельфанда. Гельфанд – это академик, ныне покойный, и вот он являлся одним из создателей заочной математической школы при Московском университете. Колмогоров и физики, академики Коин и другие основали СУНЦ при МГУ. Дети со всей страны приезжали в интернат. А вот для тех, которые учились в других больших и малых городах нашей страны, в селах, была организована заочная математическая школа. И для этой школы были написаны книги, пособия, в том числе вот эта книга. И вот Шноль рассказывает, как они работали с Гельфандом. Шноль как-то говорит Гельфанду: мы включим в эту книгу задачу о том, что все квадратичные параболы подобны. Гельфанд удивился. Как? Неужели это так? Гельфанд, будущий академик, доктор наук, профессор Московского университета, удивился такому факту. Но Шноль пишет: через секунду сообразил. Значит, такой примечательный факт, который в свое время вот оказался неожиданным и для будущего академика Гельфанда. Оказывается, все квадратичные параболы подобны. И вот об этом можно прочитать в этой книжечке, но книжка уже 50 лет издается, а вот не очень этот факт известен. Все параболы подобны. Это означает, что с помощью одного шаблона мы можем нарисовать на бумаге любую параболу. Как это подобие увидеть? Подобие вы изучаете по геометрии все, и начинается с подобия треугольников. Интересно, а в старших классах стереометрия, да? Геометрия в пространстве. Вот интересно, что геометрию, это планиметрию мы изучаем на плоскости, глядя на геометрические фигуры из трехмерного пространства, как будто со стороны сверху, да, вот, смотрим. А объемные тела, стереометрию, мы изучаем. Сейчас я попробую, сейчас я вам продемонстрирую подобие фигур, вот, поднимаясь в трехмерное пространство. Вот у меня два квадрата, большой и маленький. Вы проведете эксперимент, я бы мог его провести, но вы проверите, потому что будет не так. Второй квадрат берите в эту руку. Я вам помогу. Вы будете смотреть на эту картину одним глазом. Бифокальное, оно позволяет нам определять расстояние до предмета. Но сейчас для нашего эксперимента мы будем смотреть на эти фигуры из одной точки. Поверните, пожалуйста, вот так вот. Я вот так вам закрою левый глаз, чтобы вы не видели эту всю эту картину. И, пожалуйста, расположите эти два квадрата между собой, перед собой так, чтобы маленький закрывал большой. Ага, закрыл. Значит, как зовут вас? Стас. Стас. Значит, Стас видит сейчас один маленький квадрат, который закрывает большой квадрат.
Так, пожалуйста, держите. Сейчас я измерю расстояние от точки до этих квадратов. А вы здесь рядышком увидите это расстояние. И скажете, какое оно, кто рядом сидит на первом месте. Ну, посмотрите, поднимите, скажите, сколько? 24, а здесь? 62. Так. 24 и... Точнее, сколько? 62. 62. Так, значит, 24 и 62. На самом деле, один квадрат, сторона второго квадрата в два раза меньше. Значит, здесь у меня 19 сантиметров, а здесь 9,5. Значит, в два раза. Значит, эксперимент подтвердил подобие этих квадратов с коэффициентом подобия 1/2 или с коэффициентом 2. 24 и 60. Как вы думаете? Практически. Да. Ну хорошо. Может быть, это не совсем точный эксперимент. Давайте с вами это проведем. Значит, вы догадываетесь, что отношение этих расстояний должно быть 1/2. Одно расстояние в два раза больше другого. Так, хорошо. Значит, я также вам, чтобы не закрывать, левый глаз закроем. Расположите. Держите их в вертикальной плоскости. Два квадрата. Все. Так, сейчас попробуем измерить расстояние. Кто рядом, контролируйте мои измерения. Сколько вы видите цифры, какие? Я вижу 26. А здесь сколько? 55. О, 26 и 55. Я вам скажу, что это точнее. Ну, хорошо, спасибо. Итак, вот что значит подобие этих фигур. Фигуры имеют одинаковую форму, и можно закрыть большую фигуру маленькую. Это подобие квадратов. Точно так же можно увидеть, продемонстрировать и подобие двух кругов. Вот я закрываю правый глаз, смотрю только лево, на вытянутой руке большой круг, и сейчас перемещаю. Как вы думаете, сейчас закрыл я большой круг? Нет. А так я слишком закрыл, я все закрыл, ничего не вижу. Теперь перемещаю маленький квадрат. Ну, как вам кажется, расстояние 1/2? Да. Похоже 1/2. Вот это подобие. Хорошо. Увидели подобие плоских фигур в пространстве. А теперь давайте перейдем к параболе квадратичной. Декартова прямоугольная система координат x, y, и нарисована в системе координат парабола y равняется x квадрат. Значит, нарисована y равняется x квадрат. А теперь я хочу, чтобы эта парабола имела другое уравнение. Y равняется 4x квадрат. Значит, изначально y равняется x квадрат, а я хочу, чтобы это было 4x квадрат. Синяя вот формула, которая сверху написана. Для этого нужно изменить единицы длины вдоль осей. Как же выбрать новую единицу вдоль оси x и вдоль оси y? Они будут одинаковы. Для этого проведем биссектрису первой координатной четверти. Уравнение этой прямой y равняется x. Эта прямая пересекает параболу в точке P. P от слова пересечение. Если эта точка лежит на параболе прямой, то x равняется с одной стороны x равняется y, x равно y. Точка P лежит на прямой, и я хочу, чтобы она лежала, эта точка, на синей параболе. Y равняется 4x квадрат. Одновременно выполняются равенства системы. Давайте решим эту систему. Y из первого уравнения подставляем второе, заменяем. Получится уравнение. X равняется 4x квадрат. Одна точка, значит, получается, x равняется нулю, тогда y 0. А вторая интересная точка. Можно в
второе решение этого уравнения. Да. X равняется 1 четвертой. Если x равняется 1 четвертой, то y равняется 1 четвертой. Вот так. Значит, на этой плоскости декартовой, координат у нас не было, была нарисована парабола x квадрат, мы собираем такую единицу. Проекция точки P на ось x имеет абсциссу 1 четвертая, это x, ну и y тоже 1 четвертая. Получается, ну там теперь можно задать и синюю единицу и так далее, все понятно. Значит, в синих координатах, вот это вот синей единицей длины, это линия будет иметь уравнение 4х квадрат. Значит, если бы вот какая-то фабрика захотела выпустить в продажу для школьников наглядные пособия, вот, шаблон такие, чтобы они обводили, рисовали параболу, достаточно выпустить одну параболу и написать инструкцию, как ей пользоваться, нарисовать там на этой параболе вертикальную прямую, да, ось симметрии, потом провести вот эту бисектрису заранее на фабрике, все сделать, и универсальный шаблон. Так, а кто-то захочет, например, увидеть в этой линии, которая изначально y равняется x квадрат, захочет увидеть другую параболу, y равняется x квадрат делить на 4. Красная формула работает. Значит, тогда работаем красным методом, значит, точка пересечения на биссектрисе x равняется y, а на параболе с красным уравнением y равняется x квадрат делить на 4. Опять получается точка 0,0 пересечения, а вторая точка, значит, 4,4. Я напишу ее сразу, что не буду решать, вы проверите подстановку. 4,4. Подставить сюда, получится. Значит, если мы хотим, чтобы эта парабола, одна и та же вот эта парабола, выступала, служила нам парабола x квадрат на 4, то нужно вот эту точку объявить равной 4, выбрать такую единицу и так далее. Вот такой интересный факт, который в свое время, как я уже вот рассказал, пересказывая воспоминания об академии Гельфанда, даже удивило его. Но на одну секунду. На одну секунду. Вы можете своим товарищам в школе, которые сегодня вот не пришли, рассказать об этом и определить, за какое время они придут, поймут, осознают этот факт. А потом соотнесете вот к тому, как это было в голове у академика Гельфанда. Через мгновение он сообразил, пишет Шнур. Вот, хорошо, это первый фрагмент, первый сюжет нашего сегодняшнего разговора. И, конечно, мы можем увидеть подобие этих парабол точно так же. Я вот заготовил дома две параболы. Значит, это парабола y, я исходил из формулы, y равняется x квадрат. Y равняется x квадрат. Тут некоторая единица есть. Я могу сказать, сколько я тут брал за единицу я брал 4 сантиметра. Так, сейчас найду широкую параболу. Широкая парабола. Ну, тут сверху квадрат, вы на него не смотрите, на этот прямоугольник. Тоже видите дугу параболы. Здесь за единицу я взял 8 сантиметров. Ну, так вот, если посмотреть, то, конечно, разные, да, это, кстати, узкая какая-то, вы согласны, да, а это широкая, значит. Но, тем не менее, мы можем точно так же, ну, кто хочет, вы можете выйти, давайте, пожалуйста. И давайте тоже проведем такой эксперимент, значит, становитесь сюда, пожалуйста. Так, и, значит, как мы будем закрывать, какой? Нет, тут, по-моему, нельзя. Вот так, да? Ну как, закрылось? Наоборот, да? А, вот тонкое должно закрывать, поэтому и не получается. Как? Ну, так. Значит, смотрите, он на вытянутой руке,
держит широкую параболу вдалеке, а эту перемещает в нижнюю, и так, чтобы вот они стали. Они стали одинаковыми. Они были подобны. Да, потому что они подобны. Вот этот маленький кусок закроет. Значит, каждый легко это сможет сделать, подобный эксперимент.